У въезда на парковку торгового центра «Магазины радости» произошло ДТП, виновника которого помог установить видеорегистратор. Вместе с машинами столкнулись интересы водителей – шофера грузовика и 66-летнего владельца «Дайхатсу Бигго», дорожный стаж которого немногим меньше возраста оппонента. Оба ехали по улице Ким Ю Чена в одном направлении и синхронно сворачивали налево, на улицу Владивостокскую. Управлявший «Дюной» мужчина разумных аргументов не использовал. Просто настаивал, что провокатор в этой ситуации пенсионер. Он был 100% уверен, что он прав. Вот. Ну, немножко начал, как сейчас можно говорить, наезжать. Я чуть было не согласился. Хорошо, сын подошел, подъехал. Вот, посмотрели видеорегистраторов, и там все стало на свои места. Вот запись, которая помогла водителю Дайхатсу восстановить справедливость. Он едет в направлении улицы Ленинградской. Впереди двигается дюна, указатель поворота грузовика не мигает. Автор записи выезжает на середину дороги и приступает к маневру, когда в него врезается фургон. Инспекторы решили так. Раз поворот должен выполняться из крайнего левого положения, то не прав шофер грузовика. В дополнение к подпорченной страховой репутации водителю выписали 500-рублевый штраф. С места происшествия Валентин Борозняк, Ольга Кошелева и Андрей Алферов.